4:30 утра, иду на работу. Ах, за два дня из этих я что-то упахался, конечно. Не спал ту ночь тревожную. Вот, и сегодня тоже что-то прям тяжело так вставать было. Ну вот из-за того, что приезжают у нас какие-то высокопоставленные лица уже. Так, по-серьезному будем встречать. Смотрите, у нас и клубничка здесь, и вот голубика. Даже не знаю, что такое привезли. На прием гостей у нас оленинка. Раб. Боже мой, какую красоту делает наш шеф. Котлета по-каковски. Пожарскую. У нас шеф просто волшебник. Мы делаем вещи из таких продуктов, которых, ну, нереально просто сделать что-то такое изысканное, необычное. Ну, самое простое и самое первое, это мы, конечно, делаем с торчителло. Торчителло здесь нет, негде купить. Ну, не знаю, кто знает, кто не знает, это моцарелла, разрывается на тоненькие сластики, и, значит, сливки добавляется, чуть подсолить, все, вот вам будет торчителло. Он говорит, в кляре, рыба в кляре, смородиновым. Соль, сахар и ягоды, да? Да. Ну, ягоды для этого, для краски. Я понял. Только я, видишь, что надо было сначала солить, а потом красить. А я просто уже быстрее не знаю. Ну, должно просолиться. Дай попробую. Я хочу вам сказать, это вкусно. И дают такую изюминку. Шеф у нас уже пику, смотрите, как замариновал красивенько. Так, ребята у нас здесь тоже готовятся. Угу. О, уже здесь пирожки готовы, да? А с чем сделали? С шампиньонами, да, я видел, с грибами. Картошка, грибы. Там можно варить картошку и сразу же потом пюре сделать. Представляете, что можно? Сразу отварить картошку и сделать в нем пюре. Такой аппарат 200 тысяч стоит американский, а это наш советский, да? А это 25. Хмель. Хмель какой-то. Тебе хватит? Ничего себе. Ореховый. Да, цвет. Сейчас попробуем. Смотри, Даня. Даша. Они придут к 6. Угу. Так, ну пробуем. Прикольно, правда. Вкусно, да. Необычно вкусно. Запеченное яичко. Сейчас у нас экспериментируют с капустой. Борщ будет из красной капусты. Завтра будет рецензия. Это у нас винегрет по-шерстке. Так, встреча высоких гостей. Приехал глава, вице, Марина Никита. Ну что, заканчивается, значит, наш аврал двухдневный по приему высокопоставленных лиц. Лицензии получены, что наконец-то в Заполярье кухня высшего уровня появилась. Мы с шефом довольны.